Праздничный молебен пророку Осии отслужили духовенство Свято-Ануфриевского храма, протоиерей Геннадий и протодиакон Иоанн. Для анапчан пел хор Свято-Ануфриевского храма. На этом самом месте в 1937 году был разрушен храм святого пророка Осии. Интересно, что даже до строительства часовни каждый год 30 октября на Свято-Осиевской площади собирались православные и служили молебен в память о святом. Православные традиции сильны и сегодня. Духовная жизнь объединяет людей, дает им волю и стойкость к испытаниям.